13:45 хабаровского времени. Вот я в границе воды. Машинки пытаются лодки спасти, завести, затаскивают, вытаскивают. В общем, дальше всем вам известные собачки. Ну и вот уровень воды насколько вырос уже по сравнению с прошлым разом. То есть видно, да, был какой-то участок сухой, сейчас его просто нет. Ну, это вот, мост там я сделаю попытку дойти до моста, не знаю, хватит у меня терпения. Нет. Главное сейчас собачатину эту пройти. Так, кораблик не видно отсюда, видно только самолет. Ну, это вот тот участок, который топит. Прошедшие ливни песочные вот эти корабли поразмывали нахрен. Вот здесь еще более-менее, ну, видно, вот овраги, дренажки. Столько денег истрачено, и все это размывается, разрушается. Похоже, они не привязаны. Вот, пошел дренаж, то есть все, бабло смывается. Дренаж, то есть, ну, не говоря о том, что она вся стала горбатая, то есть, ну, вообще больше, чем по колено глубина. Вот так вот деньги исчезают в пески. Тихо, тихо, тихо. Идиотки. Не хотят они, чтобы их снимал я. Ну ладно. Маленький такой сюжет. Видно, голодали они. Что ты гавкаешь? Иди сюда. Красотища, да, идиллия полная. Но вода продолжает расти, как я уже говорил, на 16 сантиметров или на 12. Уже говорить, искать правду в метерских этих сложно, потому что даже вот по мосту, по опорам видно, что он просто уже утонувший.